Ночное происшествие переполошило обитателей всех домов, расположенных неподалеку от Харьковского бронетанкового ремонтного завода. Около часу ночи, с субботы на воскресенье, они буквально содрогнулись от громкого взрыва. Сначала как молния ударила, такой блымнул свет, а потом услышали взрыв очень большой. Ну, мы живем вот там. И услышали очень большой взрыв, думали, где-то неподалеку. Ни молния и ни летняя гроза стала причиной паники среди жителей Ивановки, а атака на Харьковский бронетанковый завод, специализация которого – ремонт техники для украинской армии и спасателей. Административное здание завода обстреляли с проезжей части улицы Котлова. Залп, по словам представителей военной прокуратуры, был осуществлен из огнемета российского производства. А точнее, из малогабаритного реактивного огнемета 2008 года выпуска, произведенного на территории соседнего государства. Установить это удалось по маркировке на контейнере с зарядом, который неизвестные бросили на месте. Стреляли по второму этажу админ здания. В результате выстрела там были выбиты несколько окон. Обошлось без жертв. Размеры же материального ущерба подсчитывают. Сейчас в здании идут ремонтные работы. Происшествие уже квалифицировали как террористический акт. Поиском террористов займется СБУ. Надзор за ходом досудебного следствия будет осуществлять прокуратура Харьковской области. Оксана Нечипаренко, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».